Доброго дня, шановні колеги. Це історичний вебінар і його ведучий Владислав Яценко. Сьогодні я чинний постаті мало знаної персонажу часів української рони руїни. Мова йде про ніжинського полковника Золотаренка. Якщо бути точним, Остапа розповість московський україніст Олександр Алмазов. Фактично людина, яка і відкрила цю постать, точніше уточнила її біографію, ретельно працюючи із фондом російського приказу «Бригада». Доброго дня, Олександре. Здравствуйте. Итак. Передаю вам слово. Будь ласка, представьте нашим глядачам всего. Хотя вершиной старшинской карьеры Остапа Золотаренка было недолгое пребывание его в должности Нежинского полковника, его личность заслуживает внимания хотя бы потому, что ближайшими его родственниками были известнейшие старшины середины 17 века, это Иван и Василий Золотаренко, а также третья жена гетмана Богдана Хмельницкого, Анна Золотаренко. Как удалось установить на основе неопубликованных документов из фондов РГАДа, Российского государственного архива древних актов, Остап Золотаренко был сыном не Василия Золотаренко, как считалось прежде, а его брата Ивана Золотаренко, который был корсунским полковником в 1652 году, нежинским полковником 1652-1655 году, а также наказным гетманом в 1654-55 годах. В документе под названием «Записная книга» со 175 года по 178 год по российскому приказу грамотам к воеводам Остап Золотаренко дважды упоминается в качестве племянника Василия Никифоровича и в качестве, соответственно, сына Ивана Никифоровича Золотаренко. Кроме того, Остап Золотаренко также назван сыном Ивана Золотаренко и в записи об отдаче ему иконы бывшего наказного гетмана. А в челобитной, поданной в малороссийском приказе летом 1669 года, он называл себя Осташка Иванов, сын Золотаренок, а Василия Золотаренко своим дядей. В прошлых государь Годех, Готих, как была у нас Черная Рада, выбирали Ивашка Брюховецкого, и в то число дядя мой, нежинский полковник Василий Золотаренок, побравший животы отца моего и свои, свез в город в Нежин. Современные авторы, считающие Остапа Золотаренко сыном Василия Золотаренко, как правило, опираются при этом на малороссийский родословник Вадима Мадзалевского. Тот, в свою очередь, делая такой вывод, основывался на отождествлении Остапа Золотаренко с Остапом Васютенко. Однако, как представляется, все-таки такое отождествление не обосновано. Так, судя по всему, только на этом отождествлении было основано утверждение Мадзалевского о том, что Золотаренко в 1649 году был реестровым казаком Лазаревской сотни Черкасского полка, поскольку в реестре, вот если мы заглянем в сам реестр, то там фигурирует именно Остап Васютенко. Притом в челобитной от, соответственно, лета, от июля 1669 года Остап Золотаренко утверждал, что в 1663 году, то есть это получается спустя 14 лет, что он был мал. Да, и при известной условности в то время определения и самоидентификации принадлежности к детской возрастной группе, как известно, сложно поверить, что вот спустя как минимум 14 лет после приобретения казачьего статуса, о чем говорит реестр, вот он продолжал бы называть свой возраст детским. На том же самом отождествлении основано и утверждение того же Вадима Мадзалевского о том, что якобы наш герой был кошевым атаманом Запорожской сечи,
в 1667 году, да, там тоже речь идет об Остапе Васютенко, а не об Остапе Золотаренко. Между тем, Александр Матвеевич Лазаревский еще до Вадима Львовича Мадзалевского, предположивший их тождественность, сделал это в форме вопроса, а не утверждения. То есть он в этом, очевидно, был не уверен. Дмитрий Яворницкий указывал, что Остапа Васютенко запорожцы называли черемисом, чемерисом, то есть польским татарином. Но при этом как мог Остап Золотаренко превратиться в запорожской сечи в польского татарина? Вот оригинальный ответ на этот вопрос дал современный следователь Роман Железко. Якобы после ареста и последующей казни Василия Золотаренко Остап бежал в Запорожье, где стал именоваться Васютенко, поскольку настоящая фамилия, дескать, ему было называться небезопасно, а чтобы вот точно уже не узнали, он стал называться еще и татарином, прибывшим с территории Речи Посполитой. Документы, найденные нами в РГАДа, позволяют это вот такое оригинальное, совершенно неправдоподобное объяснение опровергнуть. Из этих документов становится известно, что сын наказанного гетмана, по крайней мере, в 1665 году должен был находиться в Нежине, а осенью 1666 года он ездил в Москву, соответственно, по его тяжбе, которая у него была со стольником Михаилом Михайловичем Дмитриевым. Об имуществе, соответственно, его отца и дяди, то есть Василия и Ивана Золотаренко, и тогда, соответственно, московские власти затребовали объяснений по этому делу, в том числе от гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого. И в этот период, ну, очевидно, что вот в рамках этого разбирательства, о котором еще упомяну далее, все-таки никак не мог Остап Золотаренко скрывать свое родство с Иваном и Василием Золотаренко. Потому что иначе бы это дело не смогло дальше разбираться. Да и, в общем-то, как объяснить тот факт, вот что за столь короткий период, вот под видом татарина из Речи Посполитой, вот он мог вдруг заслужить вот такое доверие, чтобы у запорожцев, чтобы они его выбрали кошевым атаманом, совершенно вдруг неизвестный человек вдруг бы настолько заслужил доверие запорожцев, чтобы они его даже кошевым выбрали. Тоже достаточно, это было бы странно. Вот. Что же касается упомянутого спора об имуществе между Остапом Золотаренко и Михаилом Дмитриевым, то это, вот, как представляется, был тоже достаточно интересный, примечательный эпизод из жизни Остапа Золотаренко. Важнейшим источником, повествующим об этом деле, является пересказ Столбца об отдаче имущества Василия и Ивана Золотаренко Остапу Золотаренко. Называется это дело Остапа Золотаренко стольником Михаилом Дмитриевым в животах. Этот документ недатированный, единственная дата в документе – это 4 октября 1669 года, но по сопоставлению с другими документами в целом удается более-менее точно датировать основные вехи этого дела. Соответственно, вот это вот
судебное дело, его пересказ, вернее, сохранился в составе книги «Малороссийского приказа». К сожалению, не удалось найти сам столбец с указанным делом, вот поэтому, к сожалению, полностью подробности, все перипетии этого дела неизвестны, потому что фактически в документе указаны только название и приведено краткое содержание этих документов. И из этого источника становится вот известно и, собственно, о споре Остапа Золотаренко с Михаилом Дмитриевым о собственности и, соответственно, о том, что разбирательство шло, по крайней мере, с 1665 года и, видимо, началось еще в Нежине, а продолжилось, потом дело было взято в Москву и продолжилось до 1669 года, хотя вот во время восстания войска Запорожского против Москвы в 1668 году это дело по понятным причинам прерывалось. В этом имущественном споре речь шла об имуществе, которое было конфисковано у нежинского полковника Василия Золотаренко, который вместе с наказным гетманом Якимом Самко и некоторыми другими представителями украинской старшины Левобережья был арестован русскими ратными людьми во время Нежинской Генеральной Рады 1663 года, 18 июня, во второй день ее работы. Да, вот во время этой рады, соответственно, гетманом был выбран Иван Брюховецкий. Арестованные позднее были переданы спустя, там, в общей сложности, 2 с лишним месяца, почти 3 месяца были переданы войсковому суду Запорожского войска и по решению которого часть из них, включая Василия Золотаренко, были казнены в Борзне 18 сентября того же 1663 года, часть были сосланы. И еще в связи с делом стоит сказать, вот этом имущественном споре, также стоит сказать несколько слов и о Михаиле Дмитриеве. Он, вероятно, познакомился с Иваном и Василием Золотаренко еще в начале 1654 года. Именно он был отправлен в Нежинский полк принимать присягу царю Алексею Михайловичу. Уже позднее Михаил Дмитриев ездил в Старый Быхов к наказному гетману Ивану Золотаренко в сентябре того же 1654 года, когда, соответственно, тот начал свой поход на территорию Белоруссии. Далее стольник Дмитриев, вероятно, был снова послан к наказному гетману и находился при нем, по крайней мере, в апреле-июле 1655 года. Может быть, он даже находился при нем непрерывно с апреля по июль. И, возможно, в этот период Михаил Дмитриев выполнял роль своеобразного постоянного представителя царя Алексея Михайловича при Иване Золотаренко. Вот тогда же, вероятно, и также вот знакомство и, соответственно, и установил Михаил Дмитриев и с Василием Золотаренко. Кроме того, собственно, с 19 января 1663 года Михаил Дмитриев был нежинским воеводой, и как воевода, конечно, тоже с Василием Золотаренко. Он
также активно общался. Да, Иван Золотаренко, как известно, погиб в 1655 году. Стоит также отметить, что именно Михаилу Дмитриеву царским указом было поручено ведать вопросы содержания под стражей после ареста на Нежинской Раде Василия Золотаренко, наказного гетмана Якима Самко и их сторонников, которые, вот, соответственно, были арестованы вместе с ними. При этом имеются свидетельства о том, что бывший нежинский полковник имел более свободный режим ареста в сравнении со многими остальными арестованными. В частности, к такого рода свидетельству вот стоит отнести то, что когда в Москву приехал глава одного из нежинских стрелецких приказов Павел Глебов, то он в малороссийском приказе утверждал, что воевода Михаил Дмитриев освободил Василия Золотаренко из-под караула по некоему царскому указу, присланному с нежинским протопопом Семеном Адамовичем, чему в Москве очень удивились, потому что такого приказа не было, такой грамоты не было к воеводе. Кроме того, бывший нежинский полковник, в отличие от других арестантов, не был упомянут в списке тех, кому из воеводской казны 1 августа и 1 сентября 1663 года выдали кормовые деньги на непосредственно содержание, на пропитание арестантов. Там почему-то по какой-то причине тоже Василий Золотаренко не упоминается. Вот, и эти свидетельства позволяют предположить, что Василий Золотаренко мог, вот, скажем, дать воеводе Михаилу Дмитриеву взятку за ослабление режима ареста, ну или тот мог взять часть его имущества уже, может быть, после передачи бывшего нежинского полковника войсковому суду. Это тоже возможно. Так или иначе. И, видимо, по этой причине 18 ноября 1663 года, уже когда в Батурине шли переговоры о заключении новых русско-украинских договорных статей, то когда воеводами украинской стране передавалось имущество осужденных, прежде всего казненных, тех старшин, которые были казнены в Борзне в сентябре, то выяснилось, что часть описанного прежде имущества Василия Золотаренко пропала. Вот. Однако то имущество, передача которого Остап Золотаренко добивался от Михаила Дмитриева, не фигурирует в списке пропавших вещей. Вот. Из этого можно сделать вывод, что или оно не было описано, и в этом случае, значит, было получено нежинским воеводой до составления этой описи. Вот, ну, или, может быть, какой-то другой причине не попало в опись пропавших вещей. Однако, вот, как уже упоминалось, вот, в июле 1669 года, предположительно, в июле, по крайней мере, летом 1669 года, Остап Золотаренко подал новую челобитную с требованием, да, там, соответственно, была, вот, была подана челобитная, насколько известно, еще в начале этого дела, осенью 1665 года, вот, а, соответственно, потом следующая челобитная, новая, потому что там, как пишет сам Остап Золотаренко в челобитной 69 года, он, не дождавшись результата по какой-то причине, был вынужден оставить Москву, вернуться в Украину. Вот.
А уже после восстания 1668 года, вот летом 1669 года он приезжал в Москву, подал новую челобитную с требованием вернуть имущество отца и дяди, присвоенное стольником Михаилом Дмитриевым, и дело фактически возобновилось вновь. В итоге стольник был признан виновным в присвоении имущества Ивана и Василия Золотаренко. В целом имущество, конфискованное у Михаила Дмитриева по этому делу, было оценено торговцем ветошного ряда в Москве в 112 рублей. Но об отдаче в итоге, видимо, этого добился Михаил Дмитриев, об отдаче всего имущества в итоге дело так и не дошло, и полюбовно, соответственно, договорились Остап Золотаренко и Михаил Дмитриев о том, что будет передано только одна икона, и, соответственно, это решение утвердил тогдашний глава, приказной судья, на в то время думный дворянин, а позднее окольничий боярин, Артамон Сергеевич Матвеев. Соответственно, по его решению от 2 августа 1669 года писарю Нежинского магистрата, который представлял интересы Остапа Золотаренко, потому что тот, опять же, уже к этому времени успел покинуть Москву. Соответственно, Филиппу Васютинскому, писарю Нежинского магистрата, была передана икона Пресвятой Богородицы Знамени, которая была взята у стольника Михаила Дмитриева. И на этом дело закончилось. Кроме спора, имущественного спора со стольником Михаилом Дмитриевым об имуществе, про Остапа Золотаренко известно также, что в 1668 году он был нежинским полковником во время заключительного этапа восстания украинских казаков, которое начиналось в свое время под руководством гетмана Ивана Брюховецкого. После того, как 4 сентября 1668 года русское войско под командованием боярина Григория Григорьевича Рамадановского освободило Нежинский гарнизон ратных людей в Нежинском замке от осады украинских казаков, конфликт Москвы и казаков на этом не прекратился. Вскоре замок был снова блокирован, его блокада продолжалась до декабря. При этом известно, что 30 августа 1668 года нежинским полковником еще был другой представитель старшины местной, Матвей Немчин или Матвей Юревич. В отписке нежинского воеводы Ивана Ржевского он назван Матвеем Немчином. В документах, исходивших, соответственно, от казанской стороны, его называли Матвеем Юревичем. Да, поэтому, наверное, его и так стоит называть. Вот, и, соответственно, то, что 30 августа 1668 года полковником был еще Матвей Немчин, то это говорит о том, что Остап Золотаренко, очевидно, что стал полковником после этой даты. Новый нежинский полковник, вот, собственно, когда уже Остап Золотаренко стал, полковником, очевидно, что он стал полковником к октябрю того же 1668 года. Вот когда мы знаем по свидетельству родственников
ротмистра Ивана Рославлева, что Остап Золотаренко действовал согласованно с братом гетмана Петра Дорошенко Григорием, находившимся в Козельце. Ну, как, впрочем, и в это время пока еще и Демьян Многогрешный, северский гетман, в общем-то, тоже в значительной степени еще действовал согласованно с Григорием Дорошенко. Следующее свидетельство об Остапе Золотаренко относится уже к декабрю 1668 года. 13 декабря он приехал из Носовки, где в то время, уже с конца августа 1668 года, размещались нежинские казаки, собственно, резиденция нежинского полковника. Он приехал в Нежин и целовал крест русскому царю в присутствии нежинского воеводы Ивана Ивановича Ржевского. И это означало конфликт вот на местном, локальном нежинском уровне между казаками и местным русским гарнизоном Нежинского замка. Согласно свидетельству нежинского протопопа Семена Адамовича, именно вот за то, что поспешил Остап Золотаренко прекратить конфликт с русскими ратными людьми, когда еще до того, как это было решено сделать уже Демьяном Многогрешным и, соответственно, старшиной и казаками, соответственно, вот, уже, так сказать, подконтрольными Демьяну Многогрешному. Соответственно, на Старшинской раде в Новгороде-Северском, которая произошла тогда же в декабре 1668 года, Остап Золотаренко был от полковничьего уряда отстранен. Точные сроки проведения этой рады неизвестны. Вот, хотя крупный историк Дмитрий Дорошенко в свое время безапелляционно утверждал, что рада состоялась 17 декабря 1668 года. Вот, однако еще дореволюционный исследователь Виталий Осипович Эйнгорн подчеркивал, что 17 декабря Демьян Многогрешный только прибыл в Новгород-Северский. Соответственно, вот рада только или только началась, и даже позже происходило. Ну, благо нам удалось уточнить дату рады в Новгороде и Северском. Это позволяет сделать информацию, которую они получили московские власти в это время. 30 декабря в посольском приказе коробский сотник Иван Белевец и королевецкий сотник Василий Яковлев, которые были посланы с Рады с листами в Москву, заявили, что ныне у них в Новгороде-Северском, Новгородке-Северском была Рада, тому минула неделя. То есть Рада, получается, закончилась 23 декабря. Кроме того, 17 декабря сербский драгун Михайлов, который был отправлен сербским воеводой Григорием Семеновичем Куракиным в Новгород-Северский для получения сведений, вернулся в Севск 24 декабря вот, и рассказал о результатах рады. Поскольку какое-то время от Севска, от Нежина, вернее, до Севска должна была занять обратная дорога, получается, что, опять же, рада должна была завершиться вот никак не позднее 23 декабря. Вот таким образом получается, что вот не позднее 23 декабря, совершенно, соответственно, не раньше 17 декабря 1668 года, Остап Золотаренко с полковничьего уряда был снят, соответственно, полковником он пробыл
не более 4 месяцев. Даже, скорее, менее 4 месяцев. Современный исследователь Сергей Токарев полагает, что Остап Золотаренко был нежинским полковником в январе 1669 года, поскольку якобы именно к Золотаренко был адресован лист гетмана Петра Дорошенко от 4 января 1669 года. Вот, однако в источнике, на который сослался исследователь, адресатами этого листа названы все старшины и казаки Нежинского полка, а имя Нежинского полковника не называется. Вот, возможно, гетман Дорошенко не знал в это время о том, кто назначен Нежинским наказным полковником на Раде в Новгороде-Сербском, потому не называл имени. Вот, но есть также вероятность, что скорее уже, может быть, Дорошенко и знал, что новым полковником назначен Филипп Уманец, и, вероятно, есть, соответственно, вероятность, что именно Филипп Уманец был адресатом этого листа. Вот, это подтверждает отписка Нежинского воевода Ивана Жевского, которая была доставлена в Москву 25 января 1669 года. В этой отписке указано, что лист гетмана к полковнику Филиппу Уманцу 15 января из Носовки Батурин вез казак Павел Караваенко. Вот, и воевода смог каким-то образом этот лист перехватить. Он был, этот документ переписан, и его копия отправлена в Москву. Есть, однако, источник, это января 1669 года, в котором уже вот определенно речь идет об Остапе Золотаренко. 14 января Нежинский городовой писарь, упоминавшийся уже Филипп Васютинский, писал Нежинскому войту и бурмистрам следующее. Это, соответственно, вот в переводе, который был сделан в российском приказе, это звучит так. Нынешний наш полковник наслал было высланного с шестопером у Остапа будущего для дозору войсковых доходов за градским кормом. Вот этот вот опубликованный в актах ЮЗР документ представляет собой, вот, соответственно, перевод, сделанный в российском приказе. И вот насколько можно судить, словом «шестопер» приказной переводчик перевел, как это обычно делалось в то время, слово «пернач», то есть символ власти полковника. И вот насколько можно судить, смысл этой вот несколько такой запутанной из-за, ну, видимо, вероятно, частично дословного перевода фразы, он получается следующий. Новый нежинский полковник, то есть Филипп Уманец, отправил своего какого-то представителя, имя которого здесь не называется, чтобы он взял у Остапа Золотаренко пернач, ну, видимо, для последующей передачи Уманцу, и также для того, чтобы он следил за сбором налогов с нежинских мещан в казну войсковой. Наиболее поздние сведения, касающиеся Остапа Золотаренко, относятся к 1670 году. Как отмечал в это время нежинский протопоп Семен Адамович, в конце декабря 1670 года, когда гетман Демьян Многогрешный из-за болезни находился при смерти, и в связи с этим нежинский протопоп поехал в Батурин из Нежина, нежинские казаки и мещане собрались в доме нежинского воита на Раду, и на этой Раде был новым гетманом выбран
Филипп Уманец, онежинским полковником Остап Золотаренко. Вот, ну, да, и, соответственно, Симеон Адамович охарактеризовал Остапа Золотаренко как вражонка небылично. Вот. Ну, стоит здесь отметить, что вряд ли в данном случае речь идет именно о том, что Уманец был избран гетманом силами только вот мещан и казаков Нежинского полка, скорее тут такой предварительный выбор в качестве кандидата имеется в виду. Вот. Ну, в то же время, соответственно, коль скоро предполагалось, что Уманец, соответственно, утратит пост Нежинского полковника, соответственно, вот заранее полковником был избран Золотаренко. Вот, ну, потом Демьян Многогрешный выздоровел, нежинские казаки, мещане отказались от своего решения. Да, вот, соответственно, о дальнейшей судьбе Остапа Золотаренко никаких сведений пока на сегодняшний день найти не удалось. Вот среди прочего, к сожалению, неизвестно и дата его смерти. Приблизительно можно оценить, когда он родился. Вот что это случилось на рубеже 40-х-50-х годов 17 века. На этом все. Спасибо за внимание. Дуже дякуємо, Олександре. Надзвичайно інформативно. Ось. Ну, і я бачу, ти, колеги, на превеликий жаль, що далеко не всі персонажі руїни нам відомі, і біографія багатьох навіть про тих, яких ми знаємо, не кажучи вже про тих дуже мало знаємо, буде підлягати, вочевидь, в подальшому розборі, знову ж таки, джерел, перепрошую за тавтологію, істотним змінам. Олександр, ще раз вам дуже дякую і нагадую, це був історичний вебінар його ведучий Владислав Яценко. Запрошую всіх, хто нас дивиться, поширювати це відео, ставити лайки, прошу коментувати відео на Ютубі. Будемо вдячні за підписку на наш канал. Всім дякую, до побачення, не хворійте. До побачення. Спасибо, до свидання.